И Марата Башарова стал событием. Но все-таки эта композиция стоит особняком. Быстро несется время. И сейчас уже проект «Звезды на льду» кажется чем-то далеким. А ведь это было совсем недавно, всего год назад. Но так здорово вспомнить эти мгновения, которые дарила нам эта замечательная пара, Татьяна Навка и Марат Башаров. Эти номера, которые дарили нам участники проекта «Звезды на льду» Катя Гусева, Анна Большова, Игорь Бутлин, Ингеборга Дабкунайте, Слава Разбегаев и многие-многие другие. Они были первыми.